Одновременно остается без ответа вопрос о патенте США номер 8967029B1 от 3 марта 2015 года, выданном Бюро США по патентам и товарным знакам на беспилотный летательный аппарат для распространения в воздухе зараженных комаров, то есть на оборудование, изделие, которое предназначается для использования в качестве технического средства доставки и применения биологического оружия, биологических и иммунобиологических агентов, бактерий и вирусов, в том числе высококонтагиозных, которые могли бы, цитирую, уничтожить весь личный состав противника. В соответствии с описанием, такой беспилотник транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров, переносчиков инфекции, и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. Пояснение прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего, цитирую, заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самые современные вооружения и военная техника. Конец цитаты. Указывается, что подобное заражение военнослужащих противников в военном отношении дало бы значительный эффект. В соответствии с американским законодательством, патент в США не может быть выдан в отсутствие исчерпывающего описания фактического устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биоагента был разработан и может быть оперативно произведен.